Смотри, какие офигенные товары ты увидишь в этом видео. И в конце видео будет конкурс с денежным призом. Давай смотреть. Всем привет, друзья! Встречайте небольшую, но очень интересную подборку с очень классными, необычными и крутыми товарами с сайта AliExpress. Уверен, вам они понравятся. Чтобы сэкономить деньги с покупок в интернет-магазинах, пользуйтесь кэшбэком. Сам пользую и вам советую. Ссылки на товары с подборки и на кэшбэк есть в описании под роликом. Да, и кстати, как всегда, по традиции, те, кто досмотрит это видео до конца, примут участие в конкурсе. Приятного просмотра! И первый необычный гаджет у нас – это прыгательные ботинки. Один из популярных новинок спорта и развлечений являются ботинки-джамперы на овальных пружинах, оснащенные уникальной пружинистой системой. Они смягчивают удары и толчки, тем самым уменьшая нагрузку на позвоночник, связки и суставы. В них можно бегать, прыгать, танцевать и заниматься аэробикой, что позволяет сжечь аж на 30% калорий больше, чем в обычной обуви. Такое занятие принесет вам позитив, а также позволит избавиться от стресса и негативных мыслей. Если ваша цель сбросить вес и увеличить мышечный тонус или просто весело провести время, то ботинки-джамперы для вас. Компактный фильтр для воды предназначен для фильтрации проточной и природной воды от различного рода бактерий. Он может быть использован как дома, так и на природе. Мини-фильтр с легкостью можно прикрепить к ведру, бутылке стандартного размера, даже к целлофановому пакету. Фильтрация осуществляется под действием гравитации. Также напрямую через фильтр можно пить воду из пресных источников. Это удобно, когда нет возможности взять с собой большие объемы воды, а обратная промывка фильтра с добавлением уксуса делает фильтр многоразовым. Термометр для бесконтактного измерения позволяет измерить на расстоянии как температуру тела, так и температуру другой любой поверхности в зависимости от выбранного режима. Работает от двух пальчиковых батареек типа А, автоматически запоминает 32 последних измерения. Купив такой термометр, пропадает риск разбить стекло и получить ртуть в комнату, что очень важно, когда в доме есть маленькие дети. Небольшой USB-паяльник. Идеально подходит для экстренного ремонта электроники. Он очень удобен при мелкой непродолжительной пайке. Мощность паяльника 8 Вт. Нагрев до рабочей температуры происходит около 20 секунд. Имеется функция автоматического отключения, если нет контакта с рукой больше 25 секунд. Компактная сумка на раму велосипеда с отсеком для смартфона сделает использование гаджета намного удобнее. Благодаря ей вы сможете постоянно видеть направление навигатора или другую интересующую вас информацию, зная, что девайс находится в защищенном месте. Карман для смартфона оснащен прозрачной крышкой, которая защищает от дождя и не препятствует работе сенсорного экрана. Идеально подходит для смартфонов диагональю 5,5 дюйма и меньше. Второй нижний отдел предназначен для любых мелких вещей. Сумка комплектуется удлинителем мини-джек для удобного использования наушников. Суперпластик, форму которого вы можете менять голыми руками, очень простой в использовании. Из него можно сделать все, что угодно, на что вам хватает фантазии и вашего умения творить. Например, починить сломавшуюся деталь, лепить различные фигурки. Для всего этого вам достаточно насыпать нужное количество гранул в нагретую до 60 градусов воду, подождать пару минут, и вы получите мягкую массу, готовую к работе. Слепив нужные вам изделия, положите его в холодную воду, и оно очень быстро станет твердым. Материал не токсичный и очень прочный. Его использование многоразовое. Если готовые изделия обратно положить в воду, то оно расплавится до рабочего состояния, и опять можно творить. Вещь классная и не очень дорогая. Поворотная насадка на водопроводный кран позволит вам сократить расходы воды, не снижая интенсивности струи, ведь вода, проходя через такой аэратор, наполняется пузырьками воздуха, что визуально не мешает объему потока. Такой насадкой вы сможете направлять и изменять поток воды куда вам угодно, при этом сэкономив свой бюджет. Съемный зум-объектив для вашего телефона или планшета позволяет сделать качественные и панорамные снимки с большого расстояния. Такой внешний универсальный телескоп мгновенно превращает ваш смартфон в подзорную трубу. Объектив с 8-кратным оптическим зумом помогает избавиться от дефектов и искривлений, которые могут испортить фотографию. Полностью совместим со всеми смартфонами известных производителей. В комплекте идет универсальный зажим-прищепка на заднюю часть телефона. Объектив легкий и простой в использовании.
При невысокой цене вы имеете крутое приспособление к вашему смартфону. А это шипучая, быстрорастворимая таблетка для бачка-омывателя автомобиля. Таблетка, брошенная в бачок омывателя, растворяется, превращая воду в специальную моющую жидкость. Она моментально снимает со стекол и щеток автомобиля пленку из нефтепродукта, которая дает эффект световых бликов и водяных полос, и видимость за рулем значительно улучшается, особенно в темное время суток и плохую погоду. Еще одним преимуществом является то, что средство можно разводить непосредственно в бачке омывателя. Если вы хотите удивить гостей угощением, тогда предлагаю вам посмотреть на шоколадный фонтан, который прибавит уникальности вашему празднику. Шоколадный фонтан имеет 3 яруса, выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает длительную работу. Такой фонтан подарит настроение и приятный вкус шоколада со сочетанием фруктов или печенья. Для работы вам необходимо включить фонтан в розетку, залить 500-800 грамм шоколада и нажать на кнопку запуска. Прибор действительно необычный и удивит ваших гостей на любом празднике или просто застолье. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать какую-то смешную или интересную историю из своей жизни. Чем более развернуто, тем интереснее будет. Нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои видео и получать их сразу после выхода нового ролика. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!